Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится телефон Motorola Moto G84. И сейчас я вам покажу, как вводить коды на этом телефоне. Итак, открываем приложение телефон. Открываем клавиатуру и вводим первый код. Звездочка решетка 06 решетка. Таким образом проверяем номера IMEI, а также серийный номер. Следующий код, звездочка, решетка, 225, решетка, звездочка. Таким образом можем проверить сведения о календаре. Следующий код, звездочка, решетка, 426, решетка, звездочка. Таким образом открываем меню FCM диагностики. Следующий код, звездочка, 4636, решетка, звездочка. И здесь можем проверить информацию о телефоне. И последний код на сегодня, звездочка, решетка, 07, решетка. Таким образом можем проверить сертификацию нашего телефона. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пока!